luând acte de cele expuse, solicităm anchetarea minuțioasă a acestui caz și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de uzurparea puterii de stat. Важнейший орган нашей страны фактически парализован. Мы продолжаем находиться без главы государства. Что местечко в парламенте превратилось в доходное место. Люди об этом говорят прямо, что туда идут только за тем, для того, чтобы набить себе карманы и устроить свое будущее. Даже если завтра, послезавтра будет смена власти и будет другая власть, мы не остановимся до последнего. Мне стыдно как гражданину, когда нас называют тупыми молдаванами, потому что мы третий год не можем избрать главу государства, меня лично это оскорбляет. При всей нашей устремленности к европейским стандартам, мы нарушаем все базовые демократические принципы. Терпение народа молдавского практически исчерпано до предела.